Приега, к примеру, восстановился после травмы. Танат Нусербаев, его очень не хватало, о чем даже партнеры по команде. Тут друг друга. И переходим к составам обоих команд. Состав Фордобасы на ваших экранах. Сегодня Фордобасы, как я уже говорил ранее, Алексей Петрушин. Состав Шахтера на ваших экранах. Сегодня Саулис Шермялис или против боснийского Широки Брига. Поэтому у Шахтера есть все шансы улить мяч в игру. Вот нам еще раз показывают с этого ракурса, как пробивал. А вот Бочаров. Неплохая передача. Была. Высоко. Кто на дальней штанге? Фонтанелло. Как-то нелепо пытался адресовать. В атаке Шахтер. Передача неплохая. Может получиться атака. Решил Сербаев. Грудью принял мяч. Пытается укрыть корпусом. Передача. Снова Игорь Семчевич. Пропускает мяч под собой Ашербеков. Удар на Сербаева. Похоже, будет пробивать на силу легионер Шахтера. Все правильно. Пробил низом. Не изменится на табло. Карат Ашербеков со штрафного выше пробил. С лидером и королем. Мордовас. Но времена меняются. Возраст берет свое. Но все-таки, выходя на поле, мастер неизменно напоминает о себе братца прежнего. Пусть и выходит на поле довольно-таки редко. Следует удар поворотом по центру. Еще один. Ау, далеко удар поворотом. Ох, а я уж думал, что сейчас будет забитый гол в исполнении хозяев поля. Да, Яков Хлебаун и Сергей Хильдиченко здесь провалились. Мяч упустили. Вот это неплохой показатель. Хотя молодым уже назвать Татыбаева сложно. Вот 26. Удар поворотом. Шахтер атаковал. Пробивал Сергей Хильдиченко. Участием все тех же Бочарова, Симчевича. И тут Гашбаев удар поворотом. Симчевич счет открывает на 60-й минуте встречи. На исходе часа. Джан Буякле получил передачу. Тусырбаев удар поворотом. На 74-й минуте. Все-таки не от Тусырбаева, а от Тунгашбаева получил передачу. Сержан Буякле пытался среагировать, отразить этот удар Игорь Шацкий, но было уже поздно. Прыгнул, догадал направление Игорь Шацкий. Вот так вот с левой ноги красиво мяч положил. Подача следует. Буякле пытался пробить головой. Аналогично. Похоже, с... Давайте еще раз посмотрим. А пробивал Пабло Фонтанелло. Счет скользким. Терять очки никто не хочет. Подача 1-1, дорогие друзья. Таким образом, на 90-й минуте нарушали игроки Шахтера. Таянович здесь подавал. Рано радовался Михаил Габыш. Касание переправлял мяч с левой ноги. Четвертый номер. И без того редко забивающий Михаил Габышев сейчас был лишен гола. Да, с этого ракурса, кстати, видно, что оказался положен 38 баллов. И они отстают от Кайрата на 5 очков, который держал победу над Акжейком со счетом 1-0. Но я с вами